Он был очень хороший, очень приятный мальчик был, очень послушный. Не скажешь, чтобы он был озорной. Нет. Мать слова я никогда от него не слышала. Я мамуля, мамочка, мама. Вольности у него не было. Мы все время с собой его. Я говорю, Марат, учти, ты мусульманин, ты татарин, ты должен жениться только на татарке. Я говорю, Марат, смотри, мама, я же тебе сказала, я никогда не женюсь на русской. Почему-то я ему все время верила. Потому что он, когда был в школе учился, никогда не обманывал. Все время верила ему. Говорит, это по работе, по работе. Ну, раз по работе, значит, по работе. Нельзя вот этим любодеянием заниматься. Это великий грех. Это судный день для всех, и для вас, и для нас. Вот этого надо бояться.